Привет, ребят, в этом видео мы будем делать колонку из вот такого JBL кейса. В нем внутри находится JBL Flip 5. Это упаковочный бокс из твердого пенопласта, в который я решил поставить динамики, усилитель и аккумулятор, а также две пассивки. Это будет действительно круто, и сейчас вы это все увидите. И для этого проекта мне потребуется непосредственно JBL Flip 5, а также еще и JBL Charge 4, так как я с этих колонок решил поставить сюда динамики. То есть тут будет два овальных динамика, по-моему, очень хорошая идея. Также я сюда установлю две вот такие пассивки. Ну а раскачивать эти динамики у меня будет усилитель из колоночки Transmart Forces его родным аккумулятором. Теперь осталось собрать все это воедино и навалить жесткий бас. И для начала нам надо извлечь два динамика из колонок JBL. Вот такая вот разница в размере между этими двумя динамиками, ну а так в целом они очень похожи. Как оказалось, не так уж и легко этот кейс было загерметизировать, так как по-любому где-то находится какая-то щель. Так как я внутри промазал все края, когда закрывал эту коробочку, я думал то, что она получится герметичная, но она не получилась герметичной, все швы пропускали воздух, поэтому пришлось еще дополнительно все швы промазать силиконом снаружи. Также вокруг динамиков пришлось промазать и даже промазать те места, где вкручены шурупы. То есть силикон повсюду, и теперь я надеюсь, хоть какая-то герметичность в этой колонке имеется. Сейчас надавим на пассивки, посмотрим, будут вылазить динамики или нет. Так, динамики реагируют, но где-то воздух еще проходит. Ну вот теперь, ребят, я думаю, уже можно включать колонку и наваливать на ней лютый бас. Thank you.
Сейчас я подсоединил динамики в противофазе, то есть один будет играть внутрь, второй наружу и потом наоборот. Соответственно, пассивки из-за этого почти не будут двигаться. А теперь я подключу динамики одинаково, чтобы они играли в одной фазе. Несмотря на то, что этот усилитель выдает всего по 20 ватт на канал, оба динамика нагрелись из-за таких жестких басов, но каких-то особенных перегрузок я за ними не заметил, поэтому они, естественно, не могли сгореть никак, а вот усилитель очень сильно нагрелся, и возможно для него это даже опаснее, чем для этих динамиков. Также пассивки выходили на свой максимальный ход, флексили по полной, и в целом колонка издавала неплохой бас. Конечно, замерять эту колонку на моем шумомере нет смысла, потому что я и так слышу, что она получилась не очень громко. Вряд ли в ней есть более 90 дБ, потому что этот усилитель все-таки слабоват для этих динамиков. Конечно же, эти динамики я отсюда вытащу, чтобы установить их обратно в родные колонки. К тому же у меня по плану в одном из следующих видео разобрать полностью JBL Flip 5 и сделать обмен динамиками. То есть вот этот динамик подключить к пятому флипу, а этот к четвертому чарджу. И чтобы это не пропустить, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, пишите кучу моих любимых рандомных комментариев, и мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока.